ДТП со смертельным исходом. Сегодня на трассе Барнаул-Рубцовск произошло лобовое столкновение двух иномарок. В аварии погибли оба водителя, пассажиров в автомобилях, к счастью, не было. Столкновение произошло на 26-м километре трассы А-322, то есть формально еще в центральном районе Барнаула. Ни одна из машин не успела затормозить. Последствия вы видите на экранах. Оба водителя скончались от полученных травм еще до приезда медиков. Одному из погибших было 34 года, другому чуть больше 40. Сотрудники автоинспекции просят быть осторожными. В период гололедицы соблюдать дистанцию и скоростной режим.